Первым словом предоставляю депутату Государственной Думы партии «Справедливая Россия» Сергей Доронин. Добрый вечер, уважаемые кировчане. 10 декабря я был на Болотной площади. И действительно хочу сказать вам, что это не флешмоб. Это мы с вами вышли на улицы, потому что устали от того, что нас обманывает власть. Власть коррупционеров и чиновников. Власть, которая вскарабкалась на этот трон и не хочет с него слазить. Но мы, надеюсь, с вами поможем ей. Уважаемые друзья, сегодня мы вышли, потому что 4 декабря нас с вами в очередной раз решили нагло обмануть эти наперсточники. Это партия жуликов и воров, которая решила, что она вечно будет держаться наверху и руководить нами. Но это не так. Уважаемые друзья, еще 2-3 таких митинга, и эта власть сдаст свои полномочия. Сегодня на площади академика Сахарова, и это символично, собралось действительно более 100 тысяч человек. Эти люди пришли для того, чтобы высказать свое «нет» этой взорвавшейся, зажравшейся власти. Уважаемые друзья, несмотря на то, что сегодня холодно, в стране наступила оттепель. Я надеюсь, что эта оттепель скоро придет и к нам с вами. Скоро предстоят выборы в городскую думу. Я уверен, что все мы с вами выберем достойную власть. Я уверен, что эта оттепель наступит весной в день выборов президента Российской Федерации. Я уверен, что это будет достойный человек. И я призываю вас всех прийти 4 марта на выборы. Уважаемые друзья, когда мы едины, мы непобедимы. Когда мы едины, мы непобедимы. Нет жуликам и ворам. Нет жуликам и ворам. Очистим власть от коррупционеров и воров. Спасибо вам, уважаемые друзья! Я надеюсь, что гражданское общество наконец за последние годы сформировалось! Ура! Отличное начало, по-моему!